Говорит, Донецкая область. Показывай. Хрена себе, тут нужно сидеть. От Днепропетровска. Да. Уехали. Ну, они все в этой области. А где Дима ваш? Первый ряд. Это я, Геля. Это что это я? Я тебя поймал. Тихо! 2020 год, первый такой. Все ощутили. Тяжесть. Во всех направлениях, и в обучении, и в работе, и в нашем спорте коснулось. Вот, тем не менее, сразу хочется отметить тех организаторов, которые смогли провести соревнования. Это у нас в Донецкой и Луганской области было 4, если я не ошибаюсь. Правильно? Доброполье, Дружковка, Краматорск или сейчас. Неважно, 4 мотокросса прошло в прошлом году в двух областях. Это мало. Я в свою очередь точно так же, мы пытались, но не настолько не получилось, нам запретили. Мало не мало, но в момент коронавируса это вообще отлично. Да, я же говорю, за это хочется, то есть, пойти на такие... Пацаны, не надо вам руповухи, вы старые уже. Давай, Руся, присоединяйся. Уже пора. Серый. Ну, а я не два серых, я одному и второму говорю. Спасибо. Мы отметили, в этом году в прошлом году мы отмечали коллективы мотоспортивные. В этом году я решил, лично человек, за которым тянется вот на Руполе, это... Сергей, Дружковки, это как бы было там кому-то. Хорошо, за Дружковку, давай. Это вот Дружковка, его Дружковка, это у нас. Давайте будем. А, дядя Вова! Снимайте кто-нибудь. А ты моя, понятно. Вот то прыгай. Ладно, не переживай. Мне деньгами дадут. Классе 50. Сделали медали огромные. Третье место занял Перов Тимофей по результатам трех соревнований. Молодец! Молодец! Загорулька Егор. Тоже молодец! Еще лучше молодец! Сашко, что ты? Слышь, что ты там сидишь среди детей? Инвалид. Мы ему передадим. Да вон побежал. Опа! Самый молодой. Пойди. Натягивай пахан, педаль. Не стесняйся. На первое залезь, я буду нормально. Во! Во! Вот так вот.
так, 65. Тишина, да? Чуть-чуть дальше диплом. Третье место занял Гернада Иван Доброполье. Второе место Кривонос Егор. Это наш подростковый мотоцикл, который пришел к нам, записался с первого дня. И вот уже участвовал даже в Кубке Украины. Тоже молодец! Первое место у нас занял Бондаренко, как его зовут? Богдан, да, мы передали, уехала грамотно. Молодцы. Третье место. Шишкин Глеб. Рамонтор. Ладно. Егор, лови. Первое место. Силачи. Сереньки. Ему можно не становиться на первое. Кого? Тимур, ты так. Я сразу хочу внести вот это изменение, которое я сделаю в нашем положении. В этом году, в 2021, у нас как бы между нами останется все как и было, но мы букву А убираем. Кого? У нас букву А, АМХ2 и АМХ1. У нас будет МХ2 и МХ1. Но по-прежнему open там, где будет ехать, то есть так, как было и в этом году, только мы букву А убираем. Третье место Кирьянов Дмитрий, это Харьков. Второе место Кот Виталий, Славянск. Котик! Котик и отличник! Испорченный! Третье место Копченко Сергей. О! Опа! И все золотые испорченные. Залезьте тоже вдвоем. На первое место. Вот, ну на первое. Залезь. Піднімай нож, як я тебе робити, піднімаю. Славянск плюс Краматор. Одна победа. На третье место Винокуров Виктор, мотор, его тоже. Иди, забери. Жень, а у меня спит, Жень, это ж ты все, скидываешься за всех. Вот он наш экстремал. Жека! Улыбочку! Всем спасибо! Руками просто прошли! Это много, ты должен! Спасибо, Юлька! Самым мощным там, где можно набраться, так сказать, смелости, чтобы выступать для вас. Третье место Фастовец Юрий. Молодча, Юрий! А если б пил, был первый? Федя! Федор! Местный! Федя! Залазь на место! А, ты высокий, да тебя! Первое место!
Ярослав Крапивцев, лезь сейчас. Силач. Лошок, смотри. Так бы на завод Ковзаренко, чтобы мы робили. Ярик, Федя, Юрка. Не бойтесь меня, я скоро выйду. Давай, давай. Мы вас ждем. Молодцы. Молодые ветераны. Значит, Онищенко Сергей. Я так понимаю. Да, еще один. Давай, давай. Канаш Сергей, иди ты один. Красавцы, молодцы! Поддержим наших будущих чемпионов! Так, молодцы. А теперь первый взрослый разряд у нас получает Евгений Мищенко. Я! Так ему старческий надо, а не юр. Марко Кирилл. Опа! Разряда
макаронку. Жучко, Феня, он уже давно выполнил, но мы только оформили документы. Задокументировали. Давай, следующий КМС. Давай, да. Я смотрю, что перешлю туда. Что раньше без разрядника. Молодцы! 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 Мы теперь ПЗ-предотвратили. Жожика, больше в этих влюбителях не поедешь. Влюбителях. Из Киева, да? Я. Из Киевской Федерации, с Федерации Велоспорта Украины. Передали награды за чемпионат Украины Ляшенко Тимур и Ляшенко Артур. Молодцы! Маша, він нигде не фотографує. Тепер вже є вибір, хто лучше сфоткав. А, этого гражданина. Этого гражданина сфотографируйте. Гражданин. Не перешло в гул и... Давайте мы сейчас... Так, балаган как у нас. Хочется чуть точнее. Чуть точнее, чтобы не качали. Подойти? Подойти ближе. А ну за мной! Слышите, какие в городах, ну, на каком этапе у организаторов, у кого на каких. У меня, например, в Минограде сказали, денег не будет. А мало того, вот этот карантин, который, возможно, введут, то есть, ну, все говорят, Славянский, Руслану то же самое.